Значит, летим в Инс самоходом. Привыкли, да? Самоходом летим. К сервису привыкли? Нет, я своими ногами топаю. Короче, даю минуту, нахуй. Пошел в примат. Потом АГПшку ебашить будем. Минуту на то, чтобы выйти камню за собой, не всех оставшихся. Бля, я хуй знает, сумойте, я не знаю. А ЕП это за это дают? Дают. Ну тогда выйду. Вот сейчас дам. ГП дают за то, что не выходишь. Дал. Бля, нахуй мне сумойте, я в инсте, блядь, стою, нахуй. ЕП давай. Так, злобный. Ну, злобный на замену только. Чилить. Пока что тут сильнее друиды. Слышишь, злобный, ты в Дисе? А вон, я. Саня, сам он прошел? Да, сейчас я добегу. Да я же больше бенстиллера дает, да? Вот и взять. Ну там надо смотреть, то есть я не знаю. Кого еще сумонить? Да сейчас там вот. Буквально. Ой, ты тоже смотри, никто там больше, меньше дает. А сейчас на леди начнутся вайпы, блядь. Да ГП и все. Сплюнь, блядь. Да вроде сейчас новеньких наберет, блядь, и начнется. Сейчас 2 часа, блядь, будем нахуй вайпаться. Я тому хоть отнял, я не помню. Ой, это 2 часа вайпаться, за что? Страдать, блядь. Прыгать как... с обрыва. Я не хочу страдать. Так, как у нас там? Шем, ВХ? А потом в мясорубке духнуть. Ну, я не хочу так страдать, блядь. Блядь, еще надо патч на духов поставить. А ты, блядь, начну духов копать. Это еще после этого только. Там на мобах можно успеть поставить. Ну, я сразу обычно ставил, что-то просто проебался. Ага, а вдруг какая перезагрузка, как обычно? Прекращайте уже. Чё прекращать? Это ж Сирус. Заебал этот Сирус. Как не играл на Сирус. Деваться некуда. Это, блядь, как на офи патч какой-нибудь выйдет, и начинаются перезагрузки. А на Сирусе патчи почти каждый день. На офи нет такой хуйни, что дропает тебя с игры, блядь, по кадену. Вот что-что, такой залуп там точно нет. Толбарат был в катаклизме же, да? Ну, не помню, да, по-моему. Там сервак вообще дропали специально. Ну как специально? Просто фанились. Вот весело, блядь, сервак дропнули. Ха-ха, смешно, блядь. Ну там, блядь, это... Там было, сами да, его дропали. Да-да-да, там толбарат начинался, когда, точнее, заканчивался. Все вставали на мосту и начинали злобно уешить. Там народу много прям. Ну, то есть, был весь сервак, когда фазирования еще не было. Что, хилы тут? Да ебать. Погнали чистить. Хотел какам, начинается. О, лог пришел. Да, сейчас я там куплю. Когда всех засумонили, лог пришел. Тут ЛК камней, у него получается 3 камня, да? Как-то остальные вон они красные, нормальные. А вон лучше злобного места не увозим. Чтобы вообще в совах захлебнуться. Ну так-то можно. А, за место на стаже, да, злобного лучше, там злобного, блядь, шмот получше. Вот. Злобный сова. Он где-то в этом, нахуй, в Алькатрасе. Хуя вы зажрались, блядь. Нам бы сову третью, чтобы леди убить, нахуй. Тут, блядь, чтобы в совах захлебнуться, блядь. Начинается. Ты смотри, сколько их, нахуй, они сейчас тебя перьями задушат, нахуй. Ну, сейчас еще давай я зайду, нахуй, вообще пиздец будет. Да ты забудь про свой, ты видишь, что складывается, как что... Нихуя не складывается, хуёво всё складывается. Сов до хуя, а ДКшников нихуя. Это максимум будет, ну, что кстати, ты зайдёшь на мишку. Уважаемые.
Разобрали. Нет, разобрались уже. Осколки анрол, нахуй. Сейчас я квест сделаю, нахуй. Хорош. Вот. Ладно, тогда я... Тогда, да. Блин. Так, Лингрен и Хулидрин, да? Заебись. Ну всё, заебись просто. Да хули осколки, нахуй, ну... Ага, блядь. Все под трэш. КБ-то нахуй нету пока еще. Все хотят, нахуй, осколки, блядь. Вот у нас по факту дамажит кто? Хулидринг не дамажит, он тащит. Мы ему осколки собираем. Когда он соберет шем, кто будет танчить, нахуй? Просто, ну, вопрос на миллион, нахуй. История повторяется, да? Там просто, знаешь, разница в чем? Вот Рарник сдох, да, в ретрике. Вот он бурю дал, сдох шемом. Чилит. Он не дамажит. Хулидринг, Хулидринг без шема в танке. Больше его ДПС сейчас даст, нахуй, пока он бежит с кладбола, блядь. Вот тебе и вся история, блядь. Пол рарник нормально дамажит. Не, меня просто от этой хуйни в РБК научили, как не дохнуть. Получается, вообще по-хорошему, надо Хурюку собирать, потому что он не танчит. Вот, там то есть вы поняли, да? То есть, делайте спек танка, нахуй. Или спек на двух танка. Сосите бибу, блять. А с другой стороны, ну с другой стороны, хули, мы собираем шем танком, потому что, сука, танчить некому, нахуй. Эти люди и танчат, и дамажат одинаково хорошо. Так что, блядь... Опа, а, хорошая. Опа, нахуй. Тема. Поехали, Амрулы. Опа. Смотри сразу, за душу. Ловушку надо было снять. Какой я пати, бля, вот он. Людям на полироли надо фармить, блядь, все буешки себе забирают. Какие, блядь, полироли? Ну, это. За ГП, которые. Какие за ГП? Нету таких. Ебать, 20 тысяч ты посчитай, ну, этот, как она, багруха стоит сколько, блядь, я сейчас выставлял? 34, что ли, или 35 тысяч? Вот представь. Две полироли красных. Угу, две, блядь, полторы, блядь. Вообще, реальная цена пятнашка. Чего? Но плюс красный камень. Плюс камень на туре. Одна полироль, считай. Выходит почти как багруха. Две красных полироли с камнем. Да как? Ты по фрагментам типа считаешь? Ну, по фрагментам. Я целиком что, ебанутый, там на 2-3 косаря дороже всегда. У нас это, там во второй пати... Слот свободный, может кого-то возьмем? Да злобный друль нахуй в Алькатрасе чилит, напишите ему, блядь. Или ностальгия пойдет. Сейчас напишем. Че, на новом КД пойдем с Абрамо прыгать? Надо подумать. Я ж там написал в этом. Насчет Геры целка не знаю, но если типа... Большой пачкой собираться, да две вести толковых, нахуй. А то люди сидят, нахуй. Мы в десятером чё, пошли, вы... а там вы 20. Убили? Все убили, ну. Че, лоханули что ли? Не убили? Нет, все убили, все прошли. РС а то я смотрю, потом вы РС уже сидите. РС тоже прошли. Да ёбаная ты тварь, сука. А вы точно его берете? Типа вот он спрашивает, типа, если возьму, то пойду. Это наверное, если это предлагают, значит берут. Ну да. Сейчас я посмотрю, кто в луже будет падать. Сразу пойдет чилить. Что, сразу на замену? О! Мой выход. Что это получается? Друидов дохуище, да? Да. Так. Эти бафы, пожалуйста. Вообще, насчет посохов. У нас две совы, которые активные.
Еще бумажные. У нас, наверное, из всех РДД, кто вот играет именно чисто на РДД, это вот Вадикон и сейчас Эровист, и все, кто со стареньких. ПС еще. Ну, а кто еще? Так, магов, я не знаю. Ну, вот эльф, я тоже вот вижу, часто стал. Четыре человека, да, из тех, кто постоянно. Ну, плюс-минус. Кто-то в инсте лишний, посмотрите там. Не сумонится чели. Ну, ностальжи в инсте лишний, видишь, он рядом. Ну, портал поставьте ему тогда маги. Я поставь портал. Я вообще мейн рдру, но я в сове. С четырьмя ЛК камнями на минуту. Ну, хоть Ванька, ты на это, ты на роге и на ШП играешь. Ты как бы твинк, я поэтому не говорю. Да, да, да. Хотя я тоже про тебя думал. Так. Как он на роге не играет больше? Играю, вообще-то я пойду на роги сегодня. Он только на него ЮП собирает и все. Я на роги пойду после леди. На леди нужен ШПшкой. То, что у нас лок один, я вообще в ахуе. Жрите рыбу. На туре, блядь. А что, разбойники есть? Что, сегодня халявы не будет, да? Ебать, один топа, короче, до Суруфанга никаких так, разбойников подождите, не берем. Так, сейчас подождите, блядь. Газап мне отдали. Сейчас я в ГБ повыставляю эту хуйню. Посчитайте, сколько у нас миликов и этот. И РДД, соотношение в количестве. Много. Короче, и миликов. Танков ласки кинь. Ага. 8 миликов. Ну, три танка, из них. Есть масло, ком носил, вот так. Да. 8 миликов, да, говоришь? Вот 8 миликов. Ханта так, посчитал? Так. Ханта посчитал? Ну да. Или нет? Нет. Так, вот танки. Так. Так считал и не считал. Не считал, не считал. Давакин, тебя считали? Вот раз, два. Восемь, восемь. Три, четыре. Похуй, короче. Пять, шесть, семь, восемь. Да, восемь посчитал и получается. С хантом, да? Да, да, восемь с хантом. Я понял. Так, пошли СПДшники. Ладно, пока это я пойду включу духов. А сколько их получается, СПДшников, с посчитания оставшихся? Это 8 плюс 2, это что, 15, да? Блять, сколько я положил уже? Ты положил 2 и сразу кто-то забрал. О, забрал. Так, это 7 и еще сколько? Горячие 8. 2 милика не забрали. Че они не забрали? Кто не забрал? Может есть. Сейчас, уже. Сейчас заберу, заберу. Биг Дэм забрал? Нет, еще. А вот Биг Дэм остался. Если, сука, за эти две фласки не убьем, нихуя. А у меня еще 7 есть, не беспокойся. Я пойду полю. Там можно посмотреть, кто дважды взял, если что. Так дважды брать же нельзя. Дважды брать нельзя, там уже, блядь, закрыто. Ну вот, тем более. Все продумано, да-да. Ой, ты говори, когда фласки надо сделать, там реги давайте, будет дешевле. Вот, а то они на аукционе по 450 аж, блядь. Хуй знает, блядь, я купил реги, нахуй, за 1500, блядь, мне сделали две фласки, нахуй, отдали мне. Я такой, блядь, посмотрел, думаю, хуя мне фласки, блядь, по 700 золота, по 800 почти обошлись. Натуре. Ну, прокнуть могут, видишь, могут на 4, там 50% практически шанс. Могут так 6, ну, в основном выходит где-то процентов... 30 сверху. Или 40. Этот злобный я тебе тоже апнул. Бери. СПД. Все, должны все уже взять эту хуйню. Рыбы вы поели. Починитесь у дживса. Возьмите реги на диван. Че вот там на СПД 5 штук не взято? Вы как бьете, блять? РДД хилы. Да потом нас еще возьмем. И танк еще один не взял. На ХП ЛКшную. У меня свои. Давайте без воды. Да возьмите все равно. Давай, так. Все, проверка. Да, за меня возьми.
кто будет на рейнже? Не берется ли. Даваки на мистере, я решил. Ладно, уже. Сейчас заберу. Ну вот, давай синтек еще. Синтек на подстраховке. Короче, Давакин, мистери и синтек. Вот. Я один воин сегодня. Поэтому... Даю отчет. А, мистери. Истерия 500 голд. Ну нахуй, не так, я истерию за 500 голд. Можешь себе ее кинуть просто. Эба. Для своих скидка 50% есть. Говорит, закинь ее себе в ванну. Не, ну если надо, скажи там, если это жажда смерти пройдет. Нихуя. На нахуй. Вадикон резкий хулиндринг. Хилы дрочат, что ли? А, я киси не сказал спекнуться. Ну пробуем так, нахуй. Ербы. Танк от шипа снимите. Танк на шипе, там что-то новенькое. Подбегай к нам. Фулл баф, каску ап, пристабаф обновляем. Ну, массейф я сдал сейчас, так что это самое. Значит, бидон. Дал. Щит земли на холи дринка. Просто ревностный и тут же плюха нахуй. Нихера себе он меня. Я сейчас загорю. А вы заранее можете отойти? Загорю. Отходите заранее, сука, ото льда, блять. Бичи. Бичи, блять. Да не, ну а как еще нахуй? Вы как играете-то? Вы как играете, нет, сука, без монитора, что ли? Да, чувствую, блядь, на леди придем с первого трая, ебанем. Ну, прям чувствуется сразу. Ебанем или ебанемся? Я уже ебанулся, нахуй. Давайте, я вот не знаю, вы пиздите, у вас рейд живой, блядь? Вот мистери какого хуя лежит? А я вот тебе говорю... А вот это что? Хорошо. Вот это что за хуйня? Да нахуй склеила. Ложимся, ложимся. Двух танков склеило. Да это не двух танков склеило, это вон рейд сдох в луже нахуй. Давайте сразу хуйню менять всякую. Не профил или чё? Давайте без воды. Кестер, он АФК что ли? Да это Федерсия. Я хуй. Я, короче, каждый раз буду по 500 голд брать за эту фразу. Давайте без воды нахуй. Ну вот, уже 1000. Сука. Я тебе истерию кину, хуй с ним. Бля, я не понял, а чё он так костерезом, бля, часто бьет? Не, ну да смотрите, не злобный друля, да, 9к ДПСа дал, нормально, с камнями. У меня мастерки, блядь, 60, ну. Так-то здорово. 62. А, мы ну, знаем. Короче, это, слышь, чё? Мистери 6. Но мистер его убил, он на шипе, блядь, там сдох. Давайте это, нахуй, без флуда просто, блядь, давайте сейчас лес. Я, пацаны, без воды. А чё, злобный джин упал, злобный друля, он упал или чё? Он просто пришел поваляться с БК камнями или как это? Вы всем рейдом повалялись, блядь, сейчас, нахуй, причём без БК камней, блядь. А причём тут злобный друид? Ну, давай, знаешь как, вот вы, конечно... Ну как, ну вот злобный друля валялся или чё? Он полежать пришёл в рейд или чё? Давай, Песа, я сейчас объясню по факту. Чего доебались для человека? Сейчас, пацаны, давайте, я вам расскажу, в чём проблема. Во-первых... Ну, дровис там ещё 8к, там чё, полежать люди пришли или чё? Песа, приём. Ты тут? Ага. Вот смотри. У тебя в шипы 0. 0 урона. 0 это получается ты ДПСишь в босса. Давайте сейчас для прикола сделаем. Ну, раз мы здесь уже вайпнулись, давайте уже повайпаемся. Давай, разбери, скажи вот людям, кто не... А хули что-то разбирать? Я сейчас просто вам покажу, нахуй. Вот подходите сюда, ешьте рыбу, нахуй, мне даже не жалко. И мы просто свичнемся все в босса и не будем шипы бить. И посмотрим, ну, что смотри, будет. Смотри, у первого места 1%, ему предъяви за шип. Не, это даже не в первом месте дело. Просто, ну, зачем говорить, кто там... У всех МДДшников, посмотри, просто минуэт, меньше 5%. Сейчас вайп по факту. Первое. Не захилили танка, упал холидрин. Не захилили, да? Не захилили танка, это первое. Второе. Люди стояли в луже, которая появилась в спине босса. И сдохло 3, 4 или 5 человек. Это уже залупа. Такого не должно быть, ну, вообще никак, никогда. Хоть там стоят люди, хоть не стоят, хоть там два шипа одновременно на двух людях слева-справа на РНЖ появилось, и через вас пойдет лужа, вы не должны в ней стоять, сука, и сдыхать. Это уже косяк тех, кто сдох. Я могу это по видео посмотреть.
И третье, блядь, не надо никогда предъявлять за какие-то цифры хоть кому-то. Неважно, камни, хуя мне там, да даже хоть на стопке. Нет, подожди, БК, камни это важно. Я так понял, это сначала рейда это важно сказать. Это вообще подожди, не важно. Это важно. Важно то, какую тактику человек играет. Давай сейчас все, просто для понятия, что важно, давай, ну, просто все проясним. Если вдруг у вас что-то непонятно, я вам покажу. Давайте просто не будем свичиться в шипы, но выходить слуш, нахуй. Мы вайпанемся все равно. Так, или подожди, давайте... ну вот, блядь, у нас произошла замена чувака из-за БК камни. Значит, БК камни важно или не важно? Так что важно-то? Давайте мы сейчас не будем это обсуждать. Давайте без я хочу уже нахуй босса бить и дальше идти, а вот этой хуйней заниматься. Ладно, давайте я еще раз объясню, что важно. На этом боссе вам надо, появились шипы, первое, убить шипы, и только потом бить босса. Второе, появилась лужа, выйти с нее, и только потом бить босса. Вот два действия надо делать, вот что важно, чтобы убить этого босса. Акиса и Призм, кто с вас шестого хила спекнется? Призн уже. Призн спекнулся. Хорошо. Сейчас я распределю, кто кого щитует. Значит, я похуй, без щита земли обойдусь. Призн щитуешь Холи Дринка, Бидон щитуешь Лингрена. Шектор частицу на меня и их обоих хилишь. Ультра Дру. Смотришь за Холи Дринком, Отже смотришь за Лингреном. А Геншин смотришь за Войдом. Через меня МВшку даешь и исповедь. Вот. Разобрались, я думаю. Так, рыбу поели. Теперь давай посмотрим, как на этом трае будет. Че, спать? Чего? Это, ребят, кто лужи держит, вы прям туда далеко так не уходите, вас невозможно разбить. Да, не уходите далеко. Далакин очень далеко ушел, самый угол. Не достает ни один рейнджевик, там еще лужа все перекрыла. Эй, я здесь? Ну, мы долго афкашим. Вот здесь все дает, черт. 5, 4, 3, 2, 1. Надо будет какой-то шмот возьмем ностальгию, вообще не проблема. Нормально. Ой, давай мы ребро подержим. Нет, это, оно автоатака еще бьет, ты не понимаешь, тебя еще больше будет бить. Это, ну, не прокает уклонение, парирование, вот это вся хуйня. На автоатаке ты сдохнешь. Сдам массакру. Сдал. Ты можешь не сдавать никакие массакры, оставь это все на, ну, на свой сейф там. Полтинник, если сольешь между шипами, то это. Отойдите от ребра подальше, то есть лужа польется. Че там в крае никто не забегает? Вы хотите, чтобы вред, пока до ребро чаржилось? Ну че, шипы-то стоят? Главное, смотрите, это Холидринг с Лингреном. Если хэпала возьмет, это, то сразу полтинник сдавайте. Хэпала или Шам. Ризана или Шектора. Потому что те сильно много захилов нас не дадут хила. Там, соответственно, зубы, быстрое восстановление, держите на готове друиды. Если вдруг хэпала возьмет на шип. Вот он механика, а? Клавиатура. У меня? У кого-то... Слышно. У кого активация? У меня, в принципе, стоит активация. Я не знаю, слышно ли. Лок на шипе. Справа. У меня механика, но у меня через кнопку активация. Значит, злобный друид, леса и мистери. Когда ресница, сразу не вставай, подожди, пока вихрь закончится. Потом встанешь,
Это... Давакин, а ты, короче, видишь, когда ребро на тебя бежит, ну, летит, ты сразу отходи, он полетит в то место, где ты стоял. А ты что, встал, что ли, сейчас, мистер? Я нет. Ну, тебе БР дали, да? Не, да, ждет еще. Я жду, пока он прокастует. Все, вставай, правильно? Да, вставай, давайте ему щиток сразу, босс идет, уже вихря нету, нормально. Все, захиливайте его, фулбаф по мистере. Служи, выходите. Так, истерию надо кому-то? Давай. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Хант на шипе. Не купайтесь только в луже. Вот оттуда он сейчас уже пойдет в центр. Шип справа на локе. Все пососрал. Ревность на коле дринк. По 50. Слева шип на друиде. На мне. Не зыбку дал, смотри. Это было чисто предсказание, блядь. Все кончилось незыбко. Так что. Ну держите на фулл, сейчас заходите. Прям спамьте, покрытие. А, все, все, вихрь пошел. Это. Танки, у вас там сильно надо вам латная это наруч. Ну как бы не отказался бы. А что тебе надо? Да, у меня есть одни, я думаю, да, резист. Ну, в принципе, как-нибудь другой раз соберу. Не понял тебя. Да, резист чарку выбить. Он порой хочет, чтобы зачарить на резист. А. Ну все упадет, в принципе, бери что. Так-то профит не вас будет апнуть. У вас ни у того нету, да? Я есть. У Кулидринга нет? Упала. Или у Лингрена? У Лингрена нет. У меня это с обычки 25. Осколок. Сколько тут? 90% героики. Найти осколок. Кольцо надо кому-то? Бля, не надо мне. Мне не надо. Я там на 10 нажал. Давакин, ты уверен, что заберешь? За полтинник берешь? Да, дай ему за 10%, оно говненное. Ну да, кстати, у Коси сколько у тебя? 26, да? Осколков? Ну да. Ну вот, ему добить и все. А на ретрика это нормальное кольцо? Ну, как бы, если ловкость нужна, чтобы добить крит. На ретрика лучше это, зломана. Что, тебе надо Буребай, нет? Буребай берешь, нет? Нет, не бери. Так, вот Давакин за полтинник, да? Посмотрите на свои руки. Давайте пока трэш, что ли, побьем там Лингрен. Дринк. О, круто. РДД.
А откуда такая накидка падает, мистер? А это с этого, гильда, это гильдейская. Ну, короче, заходишь, вот тут сейчас, секунду, вот гильда, потом награды, и вот у меня, короче, их две штуки тут есть. Накидки гербовые. Да, да, да. Это накидки за с черного рынка вот эти вот. Нет, нам не черная, нет, подобная накидка, да, там нет, была куплена. Не ходите, не ходите, дайте скажу. Вот, заходишь, гильда, награды. Вот, тут. А, да, 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 это конченый. Вот, вот тенец есть, и потом дальше две накидки. Я, короче, за квесты там прокачал вчера себе. Оп, трансмут новенький сделал. Блядь, красивый такой. Забирай. Не, ну это тоже, в принципе, красиво, но, блин, мне просто красное. Ёма, как я сдох. Это уже только с черного рынка. А, не, ну мне просто красное как-то оно. Так, по-моему, красивое. Такие нарисовать можно гильдейские, блядь. Не, нет, именно такую ты не нарисуешь, вот эти бездны всякие. Ну, они красивее накидки за расы вот эти, которые прокачиваешь. Понятно. Нурик, у тебя посох есть? Не в диссероге. ДДшники по помощнику играть. А у ПСа посох есть это? Да. Знаете, как умер? Споткнулся об ступеньку, упал, разбился. Гипс, да? Бывает. По помощнику можете играть. Потому что была смерть, падение там. Я признаюсь вам, как на духу. Такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху. И стремительно падаешь вниз. Хорош. Хорош. Высоцкий, что ли? До слез. Пятьсот и по за стих. Это не стих. Это, блядь, песня. Ладно, дам незыбку. Тяжело захиливать. Жука, которого вот этого бейте, меньше хп, у которого поставил звезду, короче. Да, сука, Давакин, блядь, микрофон ушел. Ультрадруг. Злобный друг. Танк, отойдите. Так, рыба сдохшим бичам на ребре. А вроде никто не сдыхал, да? По танкам. Кому там удобнее слева? Кто будет на трэше? Да без разницы уже, короче. О, давай я слева. Кто? Лингрен слева. Лингрен слева и на трэше, да? Мы с Хульдинком на боссе. Ну, давай так. Так, значит, Лингрен твои в звездочке ближний к боссу и центральный. Приоритет твой сам знаешь, фанатик, на нем Агрона брать. Ну а это вот по звезде его как максимум, ну, притянуть к моим двум лобам. Кто на трэше еще раз? Я только начал рассказывать, еще нихуя не рассказал. Вот. С лестницы я грипаю моба кружку. Вот. Ой, блядь. Короче, я, значит, справа буду, да? Или ты Косте говоришь в звездочку? Короче, сейчас, блядь. В ромбике танчит. Кто? А, я говорил слева, Лингрен. Лингрен в ромбике танчит. Правильно, да? И трэш танчит, да, на второй фазе. Вот. Да, давай. Холидринг, значит, звезде, твой моб центральный и ближний к леди. Мой моб с лестницы и ближний к лестнице. Вот.
На боссе первый я, на пулы, ну, два на пула всего лишь, блядь, лишь бы они не сдохли, нахуй. Теперь по боссу. Кто у нас там? На боссе сидит. Три ШП, Рога, и хватит. Энха теперь... поставь еще. Да не, Энх диспелит с фанатика, заебись эту хуйню. Значит, слева в ромбике играют Хант, Совы, 4. 4 Совы, блять. Мистери и Маг. Это 6 у вас. 7 нахуй, нихуя себе. И справа играют, получается, Рарник, Бурибай, Биг Дэм, 2 Энха. Это 5 человек. Еще и Хурюк. И Хурюк. 6. Нормально, в принципе. Особенности какие? Значит, Призон. Вы тут это... Оба Венха. Значит, Призон. Твой центральный моб. Вот здесь, где кружок, звезда. Фанатик. Он всегда фанатик с центра выходит. Ты с него диспель эту парашу, которая хп ему резает. А Акиса твой опциональный будет моб с треугольником. Если там только фанатик, то тогда ты ждешь на нем эту хуйню. Ну, если его типа залить не успеет. Диспелишь с него эту хуйню, которая отхил ему дает. Вот. А есть какой-нибудь почта, кто может поставить, пожалуйста? Ну, в принципе, по трэшу я вас поделил. Если РДДшники, вас там на один больше, если вы сливаете... Ваша тактика в РДДшнике, не забывайте. Вот с центральной выходит приверженец, и на два фанатика там выходят. Вы сначала зергаете, прям, чтобы он разлетелся за 5 секунд приверженца. Чтобы он щит не успел повешать. Вот. И потом уже фанатиков додотываете. Как эту всю хуйню твои три моба свои справились, поворачиваете камеру на звезду, кружок смотрите. Если у нас есть мобы, дайте какую-то ешку коротенькую. Себе порчи там, не знаю. Ну прям 2 секунды додамажить, помочь там, что-то дотку какую-то кинуть. ШПшники тоже. Ну, вы хоть и на боссе сидите, хотя бы у трэша вот вышел, да, там, смотрите, там у него там 20% хп сняли. Хотя бы ракету киньте, вот что-то такое, или сушение там кастаните разок. Думаю, с вас не убудет. Вот, прям чисто, блядь, помочь. Вот, если будете помогать, будет вообще все заебись. Так. Ну и самое основное, вы знаете, это на второй фазе не хлопать зеленых духов. Вот. Это самое основное. Сотка сразу будет лететь. А, я с прошлой недели писал, в принципе, если мы меньше 3 траев тратим, ну, 1, 2, 3 трая, косарь накидываю. Вот, если дальше пошло дело, то 300 ИП босс. Вот педерси. Так что настраиваемся по-серьезному, блять. Кто второй танк, кто будет танчить босса? Босс я и Холидринг. Лингрен на трэше в конце. А, и когда... Кто на метках? Ну, МК. А, МК, значит, Вадикон квадраты. Давай Синтек треугольники, Аравист луны. Вот. Все остальные друиды, злобный, ты на страховке. Если берет Вадикона, Синтека, Воровиста в контроль, ты контролишь их сразу в приоритете. Ультрадру, Оджи, ну, надеюсь на вашу сознательность. Тоже, если что, выходим с формы, контролим. Если там люди далеко, вы там стойте справа, слева. Вот. Контроль, если что, смерчем. Вот, можете смерчем, да. Но помимо если смерча... Хилбот, можно это в хилботе поставить смерч. Помимо смерча, если видите, взяло челика, там, мистери в контроль, еще кого-то, не грех кинуть какую-то хуйню. Вот, например, Хурюк можешь удушье кинуть. Можно сбить каст, если челик кастует там стрелу хаос или еще какую-то хуйню. То есть, присты у вас трое, там, эфир моментально сдали под боссом. Один недалеко от босса находитесь, чтобы милики... увидите два милика в контроле возле леди. Хуяк, дали эфир. То же самое Биг Дэм. Ну, у него КД дольше, у вас 30 секунд или сколько, или минута, блядь. Все, еще раз проверка, блядь. Долго сидим. Что, блядь, ДПС, а тут дохуища. Отсчет, поехали. 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Контроль, секунду. Моей
трэш 7 секунд. Готовимся. Косты тоже бейте этому пидору. О. Контроль. Арарник. Бежит. Ну сука. Злобный друль. Через 5 секунд резай борьба. Резай борьба. Убав по нему сразу. Убав по нему. Каску лак, приставав кулак. Арарник разъебал его, да? Контроль готовимся. Разбегайтесь. Оковы, да. Так, фулл ДПС по боссу. 10 секунд переводим. Фулл ДПС, ничего не стопаем. Все прям быстрее побежали, все с трэша. Быстрее, не стоим. 5 секунд. Успели? Нет. Почему нет? Одни только вышли. Они одни. Трэш бьем. Трэш на боссе агро пока набираем. Все в трэш свичнулись, весь рейд. Духи первые появились в центре, съебались. Сова, не стой. Первый Войда до Вакинтопа. И после этого наплыло сразу. Духи съебались с центра. С кружка ушли. Ушли, бежим заранее. Не стойте, блядь. Хлопайте ГП, словите, блядь. Духи каждые 10 секунд готовимся. Вот уже на это, на холидринка. Духи в луже. Бежим. Дух от босса бежит. Где босс стоял, пьедестал. Все, холидринк забрал. Один на холидринка и опять на Войда. Духи, бежим, не стоим. Возле трэша дух. И в центр дух бежит. Spirits. Духи в центре появились. Ушли с ковра. Трэш помогли РДД. От звезды бежит дух. Не могу бить. Не бей. Здесь. Духи побежали. Почему нам не он? Трэш, помогите. Ребята, трэш. Здесь смотрите проклятие, ебаное. От, возле леди вот, ушли. Отошли. Уёбки, сука, поставьте себе ебаный этот омен нахуй. Бичи, почему нам не? Да потому нахуй. Переключитесь, побегайте просто так, посмотрите вокруг, побейте трэш. Значит, дровист резай хурюка. Духи побежали от леди. А Гера была? Давайте Геру. Ну, теперь есть. Звезде духи, бежим. Все, на полу, на хулидринка дальше. Расфиряйте людей, это 3 хила. Еще обновите по ним вихрь. Все, хулидринк забрал. Вмешательство Биг Дэм в Эльнурио. Пожалуйста. КД. Ну, как от КДшца? Побежали от леди, дух. В центре бегает. Бегите, деревья, сука, бежим, нахуй. На пул на Войда. Духи, возле леди, бежим. Сука, вся Белизона бежит. Хули вы встали? Вот, бежим, бежим. Трэш, помогите. Трэш по рейду ходит. Возле лестницы съебались. В противоположную сторону, ушли. Расфиряйте людей. Дал незыбку, короче. Какая-то залупа происходит. Не убейте, не зауешьте своих. Стопните, на пол на Войда. Возле трэша дух. Бежим от духа, в центр дух бежит, на пол на Войда. Сука. Эльнурио, стопни дамаг, почиль, побегай. Мы убьем босса, почиль, блядь. Трэш, блядь. Распулю. Только трэш бей. Иди побей трэш. Шалфир духа взорвал, нахуй. Дух мили. Этот, бежим, это, Мелизона, бежим. Вадикон, резы синтека. Мистери, СС синтеку готовь. В трэш свичнулись все милики. Пошли с леди бить трэш. Тут трэш с щитами, сука. Расфиряйте его. Дайте фир. Сука. Рога ослепления кидаем.
Ну, возле босса. Все, готовимся бежать на ту сторону. Бежим на ту сторону. На пул, на хулидринка дальше. Эльнурио, стопни, дамаг по леди. Дайте ему сальву, буреба и рарник по Эльнурио, пожалуйста. Шалфир тоже, уход в тень. Он, походу, не в 10, что ли? Ну, похуй, дайте сальвы просто по нему. Биг Дэм по КД в него вмешательство. Все, духи, Мелизона, бежим, на нас летит. Он за спиной леди. Появился трэш, пачку сливаем. Дайте эфир. Дайте эфир сюда, не убейте своих. Этот, хулидринг забрал. Помогаем мобов. Массакру, давай как откадешься, хулидринг. Эх, мобов последних заливаем и добиваем босса. Вот этих мобов помогите залить танку, освободите танка и добиваем босса. Духи возле леди, бежим. Сдал. Все, здесь стоим, здесь бьем. Духи появляются, только ходим туда-сюда. На пол, на войда дальше. Духи возле леди, бежим. На пол, на войда. Бежим. Бежим, бежим, милики. По шалфиру вмешательство и сальву. У кого свободная осталась сальва без КД. Просто в леди фулл ДПС. Надо забрать босса, блядь. Зыбку дал, короче. Духи, бежим. Возле леди, прямо перед лицом ее. Бежим, бежим, бежим. На трэш. Ну, сука, хурюк нахуй, алло, блядь. Все, отбегаем еще. Еще массакры, гимны на хп там готовьте. Вот если дух сейчас хлопнет кого-то. Просто добиваем босса. С ДПСом легче играть, конечно. Я пошел убивать. С первого троя. Ну, так, блядь, ГТ, ребятки, вот хули так удивляться. Ты смотри, какой там ДПС, нахуй, по 20 тысяч у всех, нахуй. Там дух был. Где там по двадцатке, у первой десятки? Не Белун. Самый говняный лук, блядь. Вот осколок. Прям, блядь, карит, нахуй. Даю бурсты, блядь, кешется ебучее проклятие, нахуй. И я просто вместо того, чтобы бить, стою, смотрю, как у меня сплы откатываются, нахуй. Там, блядь, 6, 7, это секунд, вообще там пиздец. Поздравляю всех с первого раза. Да. Давайте, я еще успею как раз двух боссов. Не расслабляйтесь там, бейте, там, мобов там. Надо еще 8 боссов ебануть и квартального потратить. О, посох, ДС, осколок. Так, кто планирует собирать посох 100%? Нажимаем. Сейчас подумаем, кому закинуть. Я, короче, на следующем КД пойду престом, наверное, заберу вас. Нету желающих. Буду себе. Там желающие собирать. Есть. Посох кастомка эпик, ну, типа ШМ. Ну, типа, у тебя ШМ уже есть, посох там надо людям собрать, у которых вообще нихуя да? нет. Я про то, что пока эти люди, блядь, нафармят осколки, им да, я просто понял, себе осколок понял. Возьму и буду сам себе собирать. Да-да-да, ну, я понял про что-то. Так, Шалфир, Синтек, Злобный. А Злобный, у тебя что, нету посоха, что ли? У тебя же был вроде. Или это у другого? А у мистери есть? У мистери есть? Да, я пришел. Мне, блядь. Мне не дает. А чё тебе, блядь, гильдия поможет, да и все, дамажит-то нормально. А у меня ДСов нету, бабок нету. Пока я соберу, это, блядь, мне проще взять прилив из джайны, если выбить эту, блядь, левую руку. Вообще, через джайны взять. Ну вот зато честный человек сразу сказал, я не буду. Да у меня просто ничего нету, что у меня, блядь. Кто может сейчас собирать там своими силами, ну лучше тем отдать. Как бы, что мне толку? Взять и бегать вот это, 264-е, я ебал. Да, да, успеешь еще, все это успеется, блядь. Так, я в ретейка. Все бы такие были. Ну если те, кто донатят, типа им понятно, можно в первую очередь дать. Шкаф поставьте на кораблях. Да, сейчас я осколков нафармил. Ты точно будешь пылесосить эту всю хуйну ультрадру? Хоть 10 нажимай, это залупа никому не нужна. Ну давай за десятку. Идеально. Сердцекол надо кому-то? Ткните на портал, пацаны, спасибо.
а кого сумонить? Топать вот я на PvP. Хуя, хуйня PvP-шная, да. Войда, холидеринка. Что там, Эльнури? Да, она даже для PvP говно. Ну похуй, на, ну на стену повешаешь там в избушке, блин. Да, просто. В квартире, блядь. Кто PvP-шит с Нибелунгом, мне скажите? Ну, народ жалуется, что они хреновые, чтобы опнули. На форуме пишут про это. Все, короче, это ультрадрудал, там сами думайте. Осколок, да, говоришь, сейчас? Да. В общем, в гильдию надо искать людей, танков, ДК танка, нахуй. Танков с мейнспеком танка протопала, мишку можно, ну, протовара одного, не больше. И это, хпала надо еще. Короче, ты решил завязать с танкованием, да? А у нее не получится. Покуда лучше меня никто не танчит, я не могу просто завязать, блядь. Если кто-то, ну, до моего уровня дойдет, там, тогда можно будет свищаться. А так... Слышишь, это как наркота, нет-нет, а потянет. Ну да. Где там Нурик? Вилаша. Че, Вилаша? А вот он не играет. Ну, а лучше тебя танчит или нет? Ну, то есть на твоем уровне. Да нормально танчит. Так же. Мне кажется, на моем. Я да его если давно на уже уйду. Не играю. Если на офф уйду, рогу отдам кому-нибудь, кто играет. Нахуй тебе офф. Ты там зарабатывать собрался бабки? Ну, как бы я почти ни один патч не пропускал. А, ну тогда понятно. Я просто мне Shadowlands не зашел. Блядь, я... Дракона создашь себе, да? Не, рогом также буду играть. Разбойник, дракон. Так, сейчас. Я с ЛК играю разбойник. С ЛК убиваю, короче, сотни тысяч. А, вы все тут уже нахуй, я, блядь, дрочусь, блядь. Нибелунг? Давай, так. Мы с Линнегреном на этом корабле. Да, да. Я запустил. Ранцы возьмите, оденьте. Ну, короче, три мага, наверное, подержу, потом скину с такими. Короче, я отдал злобному, пускай будет у него, хуй знает. Шалфир, по сути, ну, успеет еще, вот, у него вон история, потом кто... Синтек, тоже мейнер дру, тоже, ну, не к спеху, я думаю. Если, допустим, ну, посмотрим, короче, все это не к спеху. Сколько дезов нужно на пол Сиджане? Пацаны, вы хороши, конечно. 25. Они все нормально. Чё нужно на посох Джайны? ДС-а. 25 ДС-а. Кровь нужна. 50 осколков. Осколок с Джайны. И мини-квесты с мини-целка. У меня гайд есть, нахуй, на ютубе, блядь. Хотя он с X2, блядь, не знаю, здесь как по-другому. Точно так же. Вообще ничего не отличается. Это, пацаны, там стрелков убивайте по возможности, да? Да не то, что по возможности, они вообще сейчас должны мертвые лежать, нахуй. А вот маг должен уже пол хп, не должно быть. Чё это вот ну, за ДПС? Верно. Сейчас на сурке глянем. Короче, моя ставка это 400к ДПС. Ну да, тоже согласен. 400. Хотя, немножко, может быть, я ошибаюсь. Ультрадру. Не, много, много, много. Ультрадру у тебя есть сова? Там у ДД. Есть 4-4. Сколько в нем? Пятнашку дашь? Бля, я в нем не бил, честно, еще ни разу в целом. А, вот видишь как. А вот же у тебя что есть. У тебя тоже кот, а ты сколько котом дашь? Голый. Вот ультрадуру только спекнуть. Вариков больше нету, бля. В общем, в будущем, может через полгодика этот состав разделится на два.
Ну, когда новые подрастут, игроки по шмоту. Ну, если они останутся в ги, конечно. Я думаю, 400 должны выжить. Так, что там, блять? Это третий маг, да? Ну давай, после этого мага улетать будете. Скинем стаки. И там уже до конца просто. Готовьтесь улетать. Милики уже можете улетать. РДД, вон сова, улетай, убегай с корабля. Улетайте, я сейчас улечу, подохните все. Этот пидор убьет. Все, улетаю. На Эльнурию, смотри, он не шарит. Ждем стаки, блядь. Не в диси, пацан, просто. Че, лопатой по голове дали, что ли? Ну да. Он не в диси, блядь. А можно я в дис не зайду, я тактики знаю. Можно, блядь. Я косарь обещал, да? Да. Да. Было дело. Дайте мне. Номер карточки дай. Косарь ИП, блин. Подкиньте инер какой-нибудь. Подкиньте, блин. Залил, залил. Берешь такой в руках инер, подкидываешь. Или друида, да, нихуя это придумал. Подкиньте инер, блин. С этой, с ракетного ранца, с этой, подкидывайся и прям этого Шектора, нахуй. По-пловцовски, блядь. Вот это я понимаю, блядь, пиздёшь вместо тактики, на. Смотри, тело Нурика. Так не надо. Ну хули, блядь. Ча, 8 боссов на изи будем, а на этих... Да уже проходится, как раньше. Не резайте его, блядь. Так она вся как обычно проходилась, корабли. А. Он здесь. Не, я имею в виду вообще целка сейчас. 25 гер, как обычно проходит теперь. Че, опять эта тринка там топовая. Да, сейчас медальон упадет. О, 10 планировал. Эй, а что ты? Осколочек. Запы. Так, запы. Ну, запы уже есть, кому надо. Да, Хант? Да, Вакин, работаем. Пропусти. А у него есть уже, у него уже есть. Пиздец, пацан, бисер. Вторую возьми, чарку другую повесь. На туре, на резист почарь. На резист, да, возьми. На тебе бесплатно, нахуй. Так. Чё ты, блядь? Вот же. Шея. Скорость, меткость. Я такую на демоне носил, блядь. Меткости 400 собрал, нахуй. Мне, блядь, мой РЛ такой говорит, блядь, войд, нахуй. Я первый раз в жизни вижу такого лока. Это и самый меткий лок из всех, которых я знаю. 400 меткостей, блядь. Синтек, нахуй, нихуя себе. Синтеку или Эльнурио даем? Может, Эльнурио? Ну, давай Эльнурио. У него там какая-то залупа 260-я. У меня тоже. Ладно, похуй. Так а что, у вас острова не это? Да, в принципе, можно и тебе закинуть. Да какой остров формить? Ну ты точно берешь носовую эту хуйню? Ну, за 100. Вообще, история, напиши что-нибудь. Вообще, у него, видишь, шпшник мейн, а у тебя друид пока дерево мейн. Ну все, отдавай ему. Если у него мейн шп, значит ему. Так, закинул. Ну, главное, чтобы запы, короче, никто не спиздил. Какие запы? Сейчас спиздим. Сейчас, блядь, спиздим. Ты чё там, блядь? Никому не надо. Как это не надо? А. Ну, в истории топа они точно есть, наверное. Добро. Можешь кота взять, нахуй. На запы найти. Нет. А чё нет? Где он, кстати? Опять синдром друида там, да, опять активировался. Какой нахуй синдром друида? У тебя реально синдром друида. Я же танчу тоже иногда.
Ага, запускайте башню, да? На рыбу поставил. Я танчу на магике, на королях. Все. Там тебе и нынешнего гира хватает. Надо, чтобы ты целка танчил, как по-нормальному. 25 гир? Хотя бы обычно. Целка, я фул целка вообще-то танчил. Вот, да, я помню, блядь. Нормально мы тогда прошли. Да нихуя. Тут. Ну да, я там типа на рече что-то дупанул. Ультрадру в кота спекайся. Ты тут, Ультрадру? И... Да, да, сейчас спекнусь, подожди. Я помню, что ты ловил каждую глыбу. Там надо запускать. Давайте это... А, ну это уже... 1300 дам за первую глыбу. Убытки профессии. 1600. Блядь, лишка кончилась. Ну вот, глицерин наберешь в легких вообще, это будет сейчас, ништяк. Сейчас. Запустил. Надо было шелфира кикнуть. Либо хистори. Кикните вот это вот восьмое платье, оно там седьмое. Он там два раза получает. Ну КД словил, пускай будет поп. Ничего страшного. Там где-то еще начислял за приход, тоже будешь снимать. Он просто на твинаж бьет. Так. Ну давай этих кикнем пока что. Потом в конце рейда... Или если будешь, давай за 2 секунды до пула закидывай. Ага. В конце рейда потом кто сидит на замене, если что, плюсаните на ИП. Пока после сурка не буду давать. И вообще кидай истории. Так, за 3 босса дал, остальное после. Биг Дэм вылетел, блядь, заходи быстрее. Дуан вылетел. Прикалываешься? 9 секунд до пула. Ты вылетел? Я тут. А, чё вы, блядь. А я тебе дал или не дал? Я что-то не вижу. Дал. Я долбоёб просто. А, ты нажал свой тоже, да? Ну и похуй. А, кто-то вылетел, вон. Давай кин. Давай кин, он показался Биг Дэм. Блин. Ну и все, давай кин, так-то 2 царик дает. Уже 400 не будет. Угу. Все-таки это голова Бисова. Рунический вот этот барьер, блин. Слабый ДПС.
Мне так дохуище, что, блин. 6 уже. Блять, дохуя, пацаны, давайте быстрее. Прожимай полтинник. А, блядь, зря я тебе сказал. Ладно, похуй. Да, не зыб. Через 5 секунд дай мне каплю. -44 минус двадцатка, давай кину. 364. Это как его там, его зовут? Кого? История, ты можешь это ДПС скинуть в этот в наш канал? Это... Сейчас, ну, вот друиды вообще совы слабые, вот это у синтек. Ладно, Войт, я погнал. Ну да, а, у меня давай. Слабая слава. Давайте. Я шмот-то не лутаю. И вы его хотите в АХА собирать? Мы его пока не собираем. Бля, у меня 15% меткости. Ну вот злобному не зря дал. Вот ультраду рано, конечно. Ультраду тоже надо апать как-то. Вон, Курику лучше собрать, что я, блядь. Ультраду, да. Ну Курику, да. Вот, ну, так если подумать чисто этот, кто он, блядь. Холидринку мы соберем, а он танчен, блядь. Ну не всегда, конечно. Холидрин хоть дорарник. А Хурюк это кто вообще? Кто-то ник, я помню, сменил, да? Нет. Не знаю. Нет, или как еще шляпа габан начал. Новый дикон ГЦ. Стой, а что там рулит? Ченьку, наверное, нет? Да, новый дикон выше всех, потом идет топа. А что там? Печеньку можно спиздить. Ну вот это нет уже. Да ладно, забирайте. Вы что, сука, все из сов в котов превратились? Пусть они идут куда подальше, ты чё? А чё, кто там ролит, блядь? Кому эти наручи нужны? Ну, злобный друля. Пылесос отдавай. Пылесос выиграл, нахуй. Синтек, меня ник, нахуй, но пылесос, блядь. Да я, это, если будет возможность, я потом свой ник поставлю, который у меня на X1 был. Ну, какой там был? Мурлокос. Пылесос лучше делай, блядь. О, Валька, нихуя, это же наша цель, блядь. Сука, иди сюда, тварь, она улетает, смотрите. Повернется, нет, сака, давай, иди сюда. Лови её. Ура, блядь, за Казмодан. Дадите стан? Мы-то уже другой бьем, мы другой трэш бьем. Да? О, я понял. А мы две Вальки. Мы две Вальки сагрили, бегите к нам. Да-да, лучше сюда бежи. Значит, ставлю звезду, по ней шалфир будешь кидать. Оковы. А где вторая Валька? Не вижу. Какой шалфир? Она меня сейчас убила, вторая Валька. А, вот она, вторая Валька. Звезду все бьем. А на кружок ставлю. На кружок... Короче, на звезду Эльнурию кидай. А на кружок кидай Геншин. Оковы по КД. И звезду бейте. Уешьте эту хуйню. Главное кого ПКД кидать, чтобы они мобов не спавнили. Синтек завис, что ли, бежит на месте. А, у меня это комп вырубился. Бля, убили.
Еще станом можно сбить или притяжкой, но звезду добейте. Все, и кружок бейте. Хотя нахуя мы их били, мы же далеча не бегаем, да? Ну я не знаю. Ты отомстить решил? Это тренировка, нахуй. Как Ван Дамма тренировал этот дзен, блядь. Кокос скидывал на пресс, нахуй. Такая же хуйня. Погнали. Кто-то ливнул, блядь, мне кажется. А кто ливнул? Ну, кто ж говорил, уйдет. Костя, холидринг. А-а-а. Что это? Зеленка на танка кинулась? Жесть. Первый раз вижу. Какая зеленка? Ну, это слизень. Да, может кинуться. Хоть на кого? А, первый раз видел. Видели, что пишет Довакин, блядь, во владилке? Бля, я вылетел. Подайте нахуй. По новой надо нахуй. Что подайте, блядь? Денег... Ну, наручи. Денег на новый комп, что ли? Нет, типа с обрыва падайте. О, дальше-то. Короче. Он, походу, волю хотел. Где боешки, ёбаный в рот? Ну-ка. Там, в центре где-то. Сейчас, блядь, найдем нахуй. Эти... Кстати, видюхи эти 580-е на 8 гигабайт вообще дешевые стали. А они все тащат. Сейчас в целом видеокарты подешевели, потому что ну, уже майнинг, типа это, ну, все да, не актуал. Так. Вот у меня 580-я стоит на 8 гигабайт. Ну, у меня тоже. Я тоже сейчас заказал. Хорош. 5500 всего стоит, прикинь. Так дешево? Да, сейчас подешевели. Сейчас вообще можно бустануть комп прям вообще дешево. Но вот я как раз успел перед тем, как цены взлетели, когда это было, пару лет назад, да, пару лет назад где-то, и потом цены подняли. Как, типа, повысили этот. Да, вот как раз, наверное, где-то за месяц я до этого успел. И что-то помню, комп собирали, короче, и там что-то через месяц буквально новость появилась, что типа если там стоимость больше 40 000, там еще какую-то госпошлину оплатить. Не вижу нахуй, где тут боешка ебаная, нахуй, просто реально, блядь, пизда нахуй, я хуею. Ебаная залупа, сука. Вот где, блядь, жирная хуйня, сука. Пизда, блядь, что за хуйня, нахуй. Всех бобов сидит, лутает. Ну жирный пидор заслонил все, сука. Да и хуй на нее, ебаный в рот. Ну как так? В наебали, по-любому там не было. Да нет, есть. Давай мне, короче, лидера у этого распределяющего пойду заберу. Блять. Кто, Лингрен? Да. Сука. А ты потанчишь. Пиздец. Вон Бена возьми, который, или ты танка хочешь еще одного. Он нормально ДПСит. По крайней мере, мы с него отходили в РБК, он нормально крутит. Что там лутается у тебя? Сука. Я тут лутаю, там этот жирный пидор. А там ничего не лутается. Ну, там нихуя нету. Почему? Он там лежит? Только почему-то не лутается. А ты лут поменяй. А, ну ща. Сейчас еще раз тебе передам.
Короче, один меч остался. Ну и похуй. Групповую поставь. Ладно, заберешь себе. Распределяй еще. А что там? Кто-то плюсовал там, нет? Уже добрал мага. А, ты добрал? Это вроде третий какой-то, 10-й плюсовал. Ну, на онлайн постоянно бен есть этот. Хоть это такой уже сколько у нас недели, он две. Один хуй есть ОВЕ, да? Как забагать эту тварь ебаную? Прям встаешь ее в этот косяк и все, ну должна багаться. Не знаю, один хуй ешь. Так она уешь по 2000, раньше это нихуя, она по десятке там уешь, что ли, по 8000 нахуй. Там вообще пиздец был. По 4 с копейками, ну. Ну да, это уже вообще пиздец там. Отваливались челики. А, и самое коза в чем нахуй? Она вот когда ОЕшит, истребление кастует, и в момент истребления тут же АОЕшка это вылетает, и все, и просто падаешь.